сьогодні сюди не запрошені. Мы снова обращаемся к судье Гринчук. Мы понимаем, что вам насрать на судьбу Украины, вам насрать на судьбу народа, который вас кормит, поет и платит деньги. Мы обращаемся к вам, чтобы вы подумали о своем будущем, о будущем своих детей. Мы не оставим так ваше беззаконие, которое вы творите. Мы будем обязательно писать жалобы, мы будем добиваться, чтобы вас сняли, чтобы вас люстрировали. Поэтому одумайтесь. Кто їх продав? Ми прийшли, я. А зрадник мовчав. За вікном на горищі зеленому. Стал закрытым только потому, что на него обратила внимание общественность. До этого, как только там, они там что-то сидели, как только мы пришли, и сразу начались напёртки. Сначала они просто как-то втихаря, не допустив никуда того, перенесли заседание, потом попытались не пустить даже журналистов. То есть, ну и понятно почему. Потому что они понимают, что сейчас вот вся судебная, прокурорская власть, они хотят, чтобы... Люди, которые, свободные люди, которые стали на защиту своей страны, когда по возвращении опять их загнать в стойло, опять лишить их права голоса. И поэтому они, используя любые поводы, любые возможности, пытаются как можно больше закрыть, запрессовать воинов, активистов, волонтеров, всех подряд. То есть мы не знаем на самом деле, там кто что совершил. То есть мы не утверждаем, что они все безгрешные, но мы хотим, чтобы суд был открытый. П'ятнадцять хвилин 12-ї до зали зайшли судді. І після того, як вони встановили явку присутніх, вони оголосили технічну перерву, через яку на 15 хвилин, і прийшли з цієї перерви десь через годину. Для того, щоб оголосити, що судове засідання не відбудеться через те, що неможливо здійснювати технічний запис судового засідання. Поза межами судового засідання було чути виконання гімну України, виконання українських пісень, але це ніяк не впливало на судове засідання, і технічними засобами можна було записувати все, що завгодно. І суддя без клопотання прокурора, без клопотання сторони захисту, кого-небудь із потерпілих чи обвинувачених переніс судове засідання. Наступне судове засідання повинно бути відкритим. Громадськість повинна бути присутня в цьому судовому засіданні, і тоді ми подивимося, чи є адекватним прокурор, який представляє Україну в цьому судовому засіданні, чи його треба відсторонити від цієї посади.